Так, вот это все склоны. Вот снег весь раскатанный здесь. По Пухляку я сейчас хочу спуститься, вот поэтому. Конечно, не здесь, где экстремальные скалы. Но уйти немножко с трассы и катнуть Пухляк. Сейчас я еду на подъемнике. Отлично, горы вокруг. Народу немного, я вообще один сижу. Блин, надо галку сюда тащить. Вообще людям рекомендую. Роза Хутор для ознакомления, но там очень много народу, раскрученный курорт. А здесь, в горках, ну, отлично просто. Конечно, нужен неплохой уровень катания уверенного, но здесь меньше народу, меньше шансов столкнуться с кем-то. А вот. Ну, вот такие виды. Тут покажу. Солнечный день. Вот, черная пирамида. Вот. Вот так я еду. Вон какой Пухлячок. Скалы. Ну все, убираю камеру.